Всем привет, друзья, это канал Java Игры. В сегодняшнем видео у нас игра, которая вышла на Android буквально недавно. Crash со всех ног. Или по-английски Crash on the Run. Это стандартный раннер. Как мы видим, собираем яблочки. Так, надо прыгать. По сути, это стандартная игра Runner, как Subway Surfers. Скачать ее можно в Play Market. Ее все очень долго ждали. Графика очень красивая в игре. Ну вот раны я что-то не очень люблю. По сути, чем эта игра отличается от Subway Surfers? Только если вы очень любите Crash Bandicoot, то, конечно, игра вам понравится.
детям, скорее всего, игра очень понравится. В комментариях, понравилась ли вам игра. Что? Синергена. Пусть. Прикольная графика, музыка. Я бы не стал играть эту игру на постоянной основе. Хотя, кто знает, может закончиться. Вот гоночки я бы поиграл, Crash Team Racing. Вот это была игра на PlayStation. А это современная игра, рассчитанная на донат. Скорее всего так, может я ошибаюсь. Так-то в целом она приятная. Красиво, геймплей. Шустрая, цветастая и, ну, приятная. Слух это все. А это все. Ооо, вот это провал какой-то. Интересно было бы слушать мнение тех, кто много играл в Subway Surfers. Насколько она отличается. Я так понимаю, в этой игре еще будут боссы, всем известные с игры про Crash Bandicoot. Ну, эта игра рассчитана на очень долгое время. Чуть не на вечность. Будут клепаться уровни, естественно. Thank you.
Ну, по мне, это первое время вот всем интересно, а потом все равно все забывают эту игру. Не, конечно, буду играть. Лично я такой, я сейчас поиграю, если я больше в нее вряд ли буду играть. Интересно услышать ваше мнение, будете ли вы в нее играть постоянно. На PlayStation тоже была подобная игра, только это не раннер, а просто вот приключение. Хотя там, по правде говоря, был уровень раннер тоже, то есть накатывался камень круглый, и надо было от него бежать. Такой уровень тоже был, кто помнит. Не знаю, почему разработчики любят этот жанр. Жанры. Сейчас их делают все, кому не лень. Лично я вижу это как Subway Surfer, где скины другие все. А по сути, разница почти что не такой. Там собираешь монетки, здесь собираешь яблоки. И в чем разница? Да, по-моему, вообще никакой разницы нет. Одна и та же игра. То есть те же самые приемы. То есть прыгнуться, собрать монетки и все. Такой опасный босс у нас. Не, этот босс мне нравится. Здесь интересно, у него есть жизни, ну, как стандартная игра, вот это мне нравится.
Первый босс не очень интересный был. Сейчас бы мне нужно было бы маску отвести. А вот он как так. Прикольно. Пять карт на данный момент.
Oh.